Вас вітає служба інформації телерадіокампанії «Гомель». У студії працює Олександр Гамоля. Глядіть у гэтым выпуску. Дому на Сожскай быць. Посол Ізраіля у Беларусі заявіў, што не бачыць прычын для прыпынення будаўніцтва. Навацыя РНПЦ. Гомельскія медыкі выпрацавалі ўласную методыку дыягностыкі цяжкіх захворванняў. Дыпломнік выставы выпускнікоў Гомельскага дзяржаўнага мастацкага каледжа прадставілі ў галерэі Гаўрыла Вашчанкі. А зараз аб гэтым і іншым больш падрабязна. Вынікі работы па зборы другасных матэрыяльных рэсурсаў у Гомелі за першае паўгоддзе прааналізавалі на пасяджэнні гарвыканкама. За 6 месяцаў бягучага года сабрана амаль 28 тысяч тон камунальных адходаў і макулатуры, што на 20% больш, чым летась. Добра спрацавалі на рыхтоўчай арганізацыі і па іншых накірунках. Дмітрый Котаў працягне. Теме збору другасных матэрыяльных ресурсов заўсёды надавали вялікую увагу. Это обумоўлена як мінімум дзвюма причинами – клопотом об навакольным асяроддзі и магчымасцю з адходаў атрымліваць доходы. Заданне штогод павялічваецца. До прикладу, сёлета собрали амаль 28 тысяч тонн, что на 5 тысяч больше, чем летась. Павелічэнню объему садзейнічаюць новые контейнеры для сбору смецця. Уже усталявана 78, яшчэ 75 плануется до конца бягучага года. Немаловажный фактор и информационная работа. Это беседы с населением, обязательно информирование граждан о необходимости и таком остром вопросе, как сбор вторичных материальных ресурсов, которые положительно воздействуют на окружающую среду. За счет вовлечения вторичных ресурсов в оборот. Коммунальное унитарное предприятие «Спецкомунтранс» сегодня наибольш буйное на Гомельщине и одно из лидирующих в Украине по сборе и перепроцовке твердых бытовых отходов. Спочатку смети привозится на экспериментальный сортовально-биомеханичный завод бытовых другостных ресурсов. Тут оно проходит процесс сортования, прессования в специальные блоки, а затем перепроцовывается за сутки до 100 тонн коммунальных отходов и макулатуры. После таких манипуляций смети отрымливает другое житье, перетворяется у запотребованный сорт предприемства региона вырабы. Продукция передается потом переработчикам, допустим, часть у нас на участок уходит, если полипропилен, то у нас на соседний участок там перерабатывается, делается с этого гранула. Вот. Бумага продается Добрушской фабрики бумажные. Не варто забывать про бадай самый простый способ индивидуального удела у захаванні природных ресурсов – контейнерах, призначенных для раздельного сбору смети. Даденный процесс не просто дозволяя подаровать гэтым речам новое житё, але и поменьшить объемы отходов, якія вывозятся на полигоны, и таким чином минимизуя шкодный уплыв на новокольное осяроде. От уклада кожного сёння залежить чистое завтра. Дмитрий Котов, Евген Макеенко, телерадиокомпания «Гомель». Да іншых тэм. Дзяржава Ізраіля не мае прэтэнзій да будаўніцтва ў Гомелі дома на вуліцы Сожскай. Гэта той самы будынак, які ў інтэрнэце неаднойчы называлі домам на костках. Справа ў тым, што ўзводзяць забудову ў раёне, дзе некалі знаходзіліся старыя яўрэйскія могілкі. Аб этычнасці будаўніцтва разгарнулася бурная дыскусія. Яе рэшткі дакаціліся нават да Ізраіля. Разбираться у справе у Гомель приехал посол этой краины у Беларуси. Настасья Кучинская расскажет больше подробязно. 18-поверховый дом на улице Сожской у Гомеля яшчэ не узведены, але поспел прославиться. Згодно с гістарычнымі звестками, у 19-м стагодзе у гэтым районе нібы были яўрэйскія могілкі. Некоторые историки сцвярджаюць, пахаванне знаходится под будаўнічай пляцоўкай. Але ніяких матэрыяльных доказаў гэтага так и не знайшли. Ні падчас папярэдняга даследавання глебы, ні падчас падрыхтоўкі катлавана под фундамент. Это место было застроено до нас, и мы не ведем никакого строительства ни на каком еврейском кладбище. Наша деятельность публичная. Постоянно присутствуют все члены религиозной общины. Мы открыты. Між тым інтэрнэт-дыскусія вакол будаўніцтва набірала абароты. Нават у ізраільскай прэсі з'явіўся артыкул, нібы ў Гомелі разбураюць яўрэйскія могілкі. Разабрацца ў сітуацыі прыехаў пасол Ізраіля ў Беларусі Алон Шахам. Аднак сітуацыя, якую ён сабе ўяўляў, ад той, што ўбачыў, кардынальна адрозніваецца. Ніякіх чалавечых костак няма, як і прэтэнзій да забудоўшчыка з боку яўрэйскай суполкі і мясцовага равіна.
со стороны раввины, со стороны общины, потому что происходит на стройке. У нас на самом деле претензий нету, потому что с первого дня мы нашли общий язык с застройщиком. На самом деле постоянно все работы земельные проводились изначально до работ по фундаменту, который сейчас проводится, всегда постоянно в присутствии представителей общины, или я лично, и раввин здесь неоднократно тоже был на стройке, и все происходило под нашим наблюдением. Гэта, дарэчы, вызначальный фактор. Рашэнне па рэлігійных пытаннях можа прыняць толькі равін, падкрэслівае Алон Шахам. Калі ён дае дазвол на будаўніцтва, ніякіх прэтэнзій з боку ізраільскіх дзяржаўных органаў быць не можа. Как вы видели, здесь сегодня было какое-то даже минорное недоразумение, как я понимаю. Оно даже не совсем дотрагивалось до тех тем, о которых мы вообще думали. То есть тут не было ни вопроса светского против религиозного или, как сказать, набожного и ненабожного вопроса. А, как вы видели, вопрос был о понятии археологии, истории. Алон Шахам не знайшоў прычын, па якіх Ізраіль мог бы ўмяшацца ў будаўніцтва дома ў Гомелі. Таксама пасол выказаў падзяку той павазе, з якой Беларусь пайшла насустрач у высвятленні пытання. Па яго словах, не ўсе дзяржавы ў падобных сітуацыях гатовы прапанаваць канструктыўны дыялог. Настасія Кучынская, Александр Харлампаў, тэлерадыёкампанія Гомель. Працягваем выпуск. Сёння прысягу на вернасць радзіме прынялі першакурснікі ваенна-транспартнага факультэта Беларускага дзяржаўнага універсітэта транспарту. Словы ўрачыстай клятвы маладыя людзі прамовілі ў прысутнасці сваіх родных, блізкіх і старэйшых таварышаў. Жэстна клянусь быць преданым свайму народу, свята саблюдаць Канстытуцыю Рэспублікі Беларусь, выполняць требаванні воінскіх устав, прыказы камандзіраў і начальнікаў. Клянусь дастойна выконваць свой воінскі доўг. Военно-транспортный факультет у Белорусском державном университете транспорту был утворен у 2003 году. До этого на протягу 50 годов дейничала военная кафедра. На ней были закладены традиции подрыхтовки специалистов, запотребованных как в узброенных силах, так и в господарчо-промысловом комплексе. Сегодня факультет принимает 30 першакурсников, которые уже прошли курс молодого бойца и имеют уявление про то, что их чекает в годы учебы. Строевый крок и последовательность деяния. Курсанты военно-транспортного факультета Белдута урочисто уступают у гоноровые шереги оборонцев Радимы. Яны будущие кадровые офицеры, которые отримают квалификацию инженер и будут служить во Узброенных силах Республики Беларусь и пограничной службе. Дарэчы, у гэтым годзе упершыню молодые люди будут навучаться па 4-годовой системе адукации. Когда они меняют свой образ жизни, когда их коллектив воинский забирают, вывозят в лагеря, значит, там они живут, общаются, привыкают к новому распорядку дня, к новому режиму питания. Значит, для нас скажу, что из 30 человек, 3 человека было отчислено по собственному желанию, потому что они не смогли пройти адаптацию. И 3 человека мы добрали. Это не просто для молодого парня, который живет современной жизнью, в современных условиях и в современном медиа, все-таки сделать выбор и защищать отечество – это серьезная задача. Можно пожелать в этот день, чтобы их воинская служба была под мирным белорусским небом. Пусть ребята служат Родине честно, справедливо. И я уверен в том, что это будут достойные офицеры в будущем. Ну а мы поможем всячески, чтобы это произошло. Гомельские медики выпрацавали уласную методику диагностики тяжких захворваний. Навуковые доследования провели супрацовники РНПЦ радиационной медицины и экологии человека. У вынику атрымалася вынайсці метод, які дазваляе з мікраскапічнай дакладнасцю выдаляць патологічна змененыя клеткі, у тым ліку ракавыя. Аб яго эфектыўнасці кажуць дзесяткі паспяховых аперацый. Подробности в наступном сюжете. Республиканский науково-практичный центр радиационной медицины и экологии человека. Сюда поступают пациенты из всей Гомельщины не только. Многие с тяжкими патологиями. Оперативно, докладно провести диагностику без сучасных обсталявания немагчыма. Тому техника тут самая найновшая. До прикладу, это система конфокальной лазерной микроскопии. За складанной назвой обсталявания, якое дозволяет на клетковом узровне прямо внутри организма провести доследование и одразу поставить диагноз. Ранее для этого мы выполняли биопсию, брали кусочки слизистой на морфологическое исследование. И патоморфологи нам уже давали заключение. Сейчас мы это можем делать уже непосредственно во время эндоскопического осмотра.
Раней на диагноставание сходило 5-7 дён, теперь 10 хвилин. Столько должится эндоскопичная процедура. При этом докладность постановки диагноза стала больше высокой, а невеликий диаметр зонда минимизует дискомфорт для пациента. Кончик этого зонда подводится к зоне интереса, к тому участку слизистой, который нас интересует. На экране монитора мы видим структуру слизистой и уже можем судить о наличии той или иной патологии. Покуль такое обсталявание есть только у Минску и Гомеле. Тому у РНПЦ едут за здоровьем не только из усей Гомельщины, але и из инших регионов Беларуси, навод России. До речи, еще и тому, что у Гомеля эту технику выкористовывают по своей методице. Так, французский вытворца вызначил ее применение вельми вузко. Доследование только страуниково-кишечного тракта. Гомельские специалисты поширили этот спектр и научились доследовать и иншие органы. Вот мы в качестве нового исследования применили эту методику и сейчас широко используем для дифференциальной диагностики образования паращитовидных желез, жировой клетчатки, лимфоузлов, патологии паращитовидной железы. Вот. И также новое образование этих органов. Это новая методика, создана компьютерная программа. Проще говоря, мы ставим датчик на патологическое образование, а на компьютере у нас выходит ответ. То есть что это? Это патологически измененная ткань, либо это нормальная ткань. У вынику отрымовывается с микроскопичной докладностью выдалять злоякостные новоутворения, покидающие при этом здоровые клетки, некранутыми. Таким способом проведено уже 60 операций. Выкористовывать методику доводится литерально каждый день. Об науковых доследованиях гомельских медиков и практике, якая показала свою запотрапованность, доведались сами вытворцы и выказали цікавость до белорусской распрацовки. Ганна Ковалева, Сергей Лукашук, телерадиокомпания «Гомель». Навучэнцы и выкладчики Гомельского державного мастацкого колледжа сустрели 1 верасня у картинной галереи Гаврила Вашенки. Тут открылась традиционная выстава «Дипломник», на якой представлены курсовые и дипломные работы выпускников отделения декоративно-прикладное мастацтва. Врачистое мероприемство наведала Ганна Каральчук. Вот уже 28 годов Гомельский державный мастацкий колледж рыхтует целый спектр специалистов, которые работают у галине выявленчего мастацтва и дизайна. За свою историю три отделения колледжа – живопис, декоративно-прикладное мастацтво и дизайн – выпустили 750 специалистов. До речи, одному из отделений, а именно декоративно-прикладному мастацтву, все лето исполнилось 15 годов. Новый курс набирается раз в 4 года, тому в наступном году стены колледжа покине уже четвертое поколение выпускников. Варто додать, что это отделение соправды уникальное сирот колледжа в Беларуси, потому что его учени цалком присвячают себе дизайну текстиля. Отделение называется декоративно-прикладное, но оно чем уникально? Потому что изучают очень много видов ткачества, и вышивку, и батик, и работают с формальной композицией в рамках текстиля. Поэтому выходят такие интересные специалисты, которые впоследствии могут и заниматься дизайном одежды, и просто быть художниками, гобеленщиками. Навученцы отделения декоративно-прикладное мастацтво неодноразово удельничали у областных и республиканских выставах и конкурсах, где займали призовые места. Так, у 2009 году Катерина Марцинкевич заняла третье место на республиканском конкурсе и поступила в Белорусскую академию мастацтва без экзаменов. Сестры Клинцовы отримали губернаторскую премию. А в 2015 году Наталья Сердюкова удельничала в майстер-классах Академии прихожих мастацтва у Сергея Андреяки в Москве. Многие из выпускников притягнули свое навучение у галине выявленчего мастацтва у высших научальных установах, как у нашей краине, так и за мяжой. Потом яны передадут свой опыт и майстерство новым поколениям вучнев, уже как выкладчики. В 2006 году я закончила школу, поступила в Гомельское государственное художественное училище на тот момент. Отучилась 4 года на отделении декоративно-прикладного искусства. Там мы изучали гобелены, батики, ткачество. То есть нам давались азы, а мы уже на диплом решали, в какой технике мы будем выполнять свою работу. Я выполняла свою работу в технике ткачества, то есть на таком станке, который идет. Можно тоже в галерее посмотреть мою работу. А сейчас я работаю в художественном колледже. Преподаю. На выставе представлены творчие працы выпускников и наставников колледжа у разных техниках текстильного мастацтва. Серед их гобелены, батик и ремизное ткацтво. Гостей мероприемства чакали выступы ансамбля выкладчиков Гомельского колледжа мастацтва имя Соколовского и майстер-классы по дизайну текстиля. Ганна Каральчук, Ігор Марышченко, телерадіокомпанія «Гомель».
Гэтыя і іншыя навіны вы можаце знайсці на нашым сайце ў інтэрнэце па адрасе www.tvergomel.by. На гэтым выпуск завершаны. У студыі працаваў Александр Гамоля. Добрых вам навінаў і сачыце за эфірам.